страшно раздражает, когда вы говорите о Боге. Это не только антинаучно, но и трусливо. Саш, ну не надо называть трусостью то, что вам непонятно. Я писал уже недавно об этом, я думаю, стихи все-таки из этого сделать. Потому что это просится в балладу. Как говорила Ахматова, есть три эпохи воспоминаний. Ну вот есть три уровня понимания Бога. Есть детская, абсолютно наивная вера. Бог есть, и пусть он будет таким Дед Морозом. Принесет мне то-то и то-то, и вообще меня хранит как папа. А вот есть другая юношеское отрицание. А нет никакого Бога, если он не принес мне конфету, и если он вообще меня не спас. И вообще трусость, действительно, все кроме атеизма. И есть третья стадия, до которой не все доходят. Когда человек понимает прекрасно, что все возражения, они есть. Но Бог тоже есть. Вот его никуда не денешь. Он чувствуется в мире. Он чувствуется во мне. Я его доказательство. И если есть я, не может не быть его. И дальше надо примерять как-то свое бытие, свое бытование с всеми этими разумными, очень убедительными аргументами атеиста. Некоторые до этого третьего понимания так и не доходят, а некоторые доходят, но не признаются, как тот же Лосев. Ведь я могу сказать ревью, могу сказать еврю, так почему же я одно никак не говорю? Вот верю не говорю, почему? А потому целомудрие-то. Ну, что?